У нас очередная посылка из Китая, которая пришла для моего ребенка. Это набор платьев, украшений для кукол Барби. 42 предмета. Есть лоты и поменьше, есть и побольше. Цена у них адекватная. В принципе, можно заказывать. Что внутри? Смотрим. Очередная посылка из Китая. В которой находится шикарный гардероб. Здесь 42 предмета по очень смешной цене. Итак, рассмотрим поподробнее. Здесь у нас есть вешалки, украшения разные. Украшения в основном на голову тут, короны, диадемы, вешалочки для одежды, шпильки какие-то. В общем, разные приразные вещи и даже сумочки. Сумочки для кукол Барби, которыми играется дочка. Для девочки это шикарный набор будет. Далее здесь еще идут платьишки разные. То есть не придется с ребенком сидеть и из маминых тряпочек шить отдельные платья для кукол, убивая много времени. Тут уже готовый гардероб. Ну и, соответственно, обувь. Куда же без нее для современных кукол. Здесь есть сапоги, туфли. Туфли разных видов. Какие-то кроксы. Ботиночки, сапожки. В общем, я думаю, ребенок будет доволен. Сейчас мне это все предстоит упаковать. Ссылку на эти 42 товара, которые очень быстро дошли в течение месяца до меня домой, я оставлю в описании. Если кому-то интересно, можете зайти по ссылке и посмотреть. Может быть, даже заказать себе какие-то очки с ушками, с бантиками, не знаю, даже какие-то обручи здесь есть. То есть ребенку есть где разгуляться, и это уже хорошо. Заботимся о детях, развиваем фантазию. Упаковываем все это обратно. Так вот, оцените это видео лайком либо дизлайком, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Всем пока!